Всем привет, всем привет, с вами Шмыга на канале Ушмыги. И сегодня мы поиграем в новую игру под названием Untitled Goose Game от House House. И это симулятор... Что? А, да, хорошо. Это симулятор гуся. Мы будем играть за веселого... За веселого утконоса мазафака, который будет бегать и веселить нас. Или не будет веселить. Чтобы гоготать... Да, это... Чтобы двигаться, нажмите... понял. Немножко медленно. Ctrl, чтобы наклониться. А, приседание обычное. Ага. Клюв. Ага, я понял. Да, тихо. Так, скинь это говнище. Здесь что у нас? Отпереть. Так, а, и вот этот нужно. Ага, уходим. Откроется? А, вообще свалится, понял. Так. Гадкий гусь. Нажмите X, чтобы хлопать крыльями. А, я могу кого-нибудь напугать так, типа, да? Буль-буль. А, это этот гусь Game House. От House House представляет, да? Мы просто можем плавать гусю, а? Ты в 21 веке мог вот такую себе представитель? Так, здесь у нас что? Здесь у нас какой-то... А, я же могу бегать, типа. О, здесь какой-то... Мы можем здесь поспать, типа, да? Воу-воу-воу-воу-воу! А, я могу просто держать мышку, получается, да? Или как? Подожди. А, да, я просто держу мышку, короче, он просто носится, как угорелый. Нажми Tab, чтобы увидеть список дел и элементы управления. Дела, вот это ничего себе, у гуся есть дела. Дела, а попасть в сад, намочить садовника, украсть ключи садовника, заставить садовника надеть свою шляпу от солнца, грабли в озере, строить пикник, принести на пикник сэндвич, яблоко, тыкву, морковь, варенье, термос, радио, корзину. Оптик. Сэндвич яблоко, да? А сэндвич яблоко было вроде было, да? Что-что? А, я могу... Ага, приближать, отдалять я немного. Так, а что мне там нужно грабли? А вон, смотри, маффин есть. Значит, маффин я могу. О, вот маффин. Ай-яй-яй, не надо ломать маффин. Мне нужно его принести же куда-то, да? Подожди. Мне его на пикник надо принести. Вот, типа, здесь пикник, правильно? Ну, кинь. Забавно, он так ходит. Так, мы, значит, можем сэндвич и яблоко, значит. Да, тихо. Значит, вот здесь будет, типа, пикник. Пикникау, да? Гусиный пикник. Главное, чтобы меня не поймали и не зажарили. В этот момент, а то будет пикник с... Вот утка с яблоками. Так, все, да? Сэндвич, правильно? Яблоко, радио, сэндвич. А, еще, может быть, нужен один сэндвич. Так, ну давай попробуем. Так. Список дел, да? Так. Да, есть, все, тыква, морковь, варенье, термос теперь остался. Так, а теперь мне нужно как-то пробраться в сад, садовнику, да, получается? А, намочить садовника, если, да? Вон морковь мы можем... А, включить газонокосилку, наверное, мы не можем. Так. А как отдалить вот так? Ну, блин, она отдаляет-то как бы и не отдаляет. Но, скорее всего, да? Сейчас А, вот, смотри, мы можем же... Можем включить? Можем. О! Опа! Уходим. О, у него ключи, короче, есть. Воу-воу-воу-воу-воу. Не беси меня. Ключи давай. Ах ты собака, тварь!
Папай в сад есть. Лопату кто-то там, да? Это тыкву. Можем, да? Тыкву можем записывать. Нельзя тыкву выкопать клювом. А вот есть тут это, так. Оп. Кинь. А джем? Почему? А вот джем, все. Взяли джем. Бежим нахер. По-быстрому. По-быстрому. Где этот упырь? А! Сучка! Джем не дал стащить. Вот писос какой, а. А термос? Да в смысле? Беги! Ну блин, а что ты не бежишь-то? Ну, можно поворачивать быстрее, Да блин! Щабака, тварь. А где варенье? Подожди. Варенья нигде нету? У меня что-то было. Блин, а можно отдалить постоянно в отдалении быть? А то так тяжело это самое. О, морковку. Так, все. Погнали, морковку мы взяли. Так, теперь что там, тыкву надо сделать, да? Так. Он так классно задницы мотает. Морковки нет, все. Вон. Так, а куда он утащил этот? А, джем здесь, так. А что там нужно было, подожди, грабли в озеро? А, грабли нужно в озеро стащить, да? Да сучка! Иди нахер, а чё он такой быстрый, собака-тварь? Нет! Радио, морковка. А он чё, будет всё сейчас утаскивать? Собака какая, сессанная США под солнце. Украсть ключи садовника, намочить садовника. Так, подожди. А он все сейчас унесет мое? Грабли как-то в воду надо, да? Так, а дверь мы можем как-то открыть? Вот тут клювом нет. А вот здесь дверь. Лоток. Так, его как-то надо намочить этого, да, упыря? Так. Так. Пошел вон. Моя тяпка или что это? Он все забрал тут, да, этот песос? Вот сволочь какая. Так, какое-то время там началось, да? Подожди, а что у нас вот здесь-то? Может быть здесь что-то есть? А как я могу намочить? А, я знаю, кстати, как я могу намочить садовника. Блин, а вот ключики-то как у него забрать? Опа. Утащили тыкву, ёптель. Быстрее. Нет, сука. Уси его за жопу. Собака, верни тыкву, блин. Так, пойдем намочим его сейчас. Вот сейчас. А, ну давай быстрее, блин. А ты что думал? В сказку попал? Это я гусь, а все-таки. Угарная игра. Беги быстрей. Вали. Ну, собака, блин, а как вот, как... Его нужно, короче, как-то отвлечь, типа, и это... Тяпку, ну, тяпку, видишь, он не успел, ни фига это. А я знаю, кстати, как его можно отвлечь. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Смотри. Мы сейчас воду врубим. Да, блин! Так, воду мы врубили. Да, ё-моё, беги давай. Да в смысле? У тебя там вода кипит? Алло, блин, баран, блин. Бесишь меня.
Да пошел ты в жопу, блин. Мой термос. Я его, честно, скоммуниздил у тебя. Тяпку еще увидел, собака-тварь. А его можно закрыть? Подожди. Так, все, я понял, как его. Его нужно просто дверь закрывать, короче. Если он сюда выбежал, дверь закрыл, и он не успеет ничего сделать. Так, а что там нужно еще, подожди, украсть ключи садовника? Вот это я не понял, как сделать. Заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. И грабли в озере. Строить пикник. Грабли в озере вообще тяжело, потому что, блин, грабли, ну, они их тащить очень долго. Они тяжелые, потому что. А, подожди. Я не могу здесь, да, ничего зацепить. Так, а он тыкву-то у меня скинул, да, тыкву? Так. А что у меня осталось-то, подожди? Тыква, термос и корзину еще надо, ёптить. Так, быстрее. И уходим нахер отсюда с термосом. Где он? А! Да блин, ну чё так, это что за прикол? Ну блин, это нечестно, нихера. Так. Это эту корзину надо или нет? Это же... Да бляха! Ты бесишь меня! Я тыкву тогда понес. Все, тыкву унесли, отлично. Пейк. Давай, 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 давай. Так, оп. Так, что у нас осталось теперь? Термос и корзина. Блин, ну корзину тяжело будет тащить. Так, теперь давай опять включим тут все. А, или вот это может быть корзину он имеет? Подожди. Да ё... Ну не падай в озеро. Что ты упал в озеро? Блин, ну из этого утащить... А, да, может быть вот эту корзинку имеется в виду? Пикник. А не ту. Ну, короче, ладно, давай сюда все сложим. Мы... Трудолюбивые. Корзинка, да. Остался термос только, так. Так, остался только термос, да? Так, сейчас его... Его надо как-то, короче, обмануть, этого упыря. Так, давай-ка, знаешь, что сделаем? Вот так, смотри. А, подожди, ты же можешь схватать эти. Носим подальше, чтобы не... Чтобы он бегал, скотина тварь это. Тыквы нету, да, тыквы нету. Так, все, бросили. Тыкву уже все. Блин, он быстрый, да, скотина, тварь? Так, что там нужно мне еще? А, я забыл, термос, что ли? А, ага. Мы сейчас успеем, он этот далеко? Не то? Не то? Хорош. А что за вопрос там у нас? Ах ты падла, а почему ты? Как так-то? Подожди. Ну-ка, стой. А я не могу открыть, у меня ключей нету, да? Мы... Блин, я то есть буду ждать его. А что там за вопрос, подожди. Вот что за вопрос? Он открыл, да, вроде? Да, он открыл этот сарай. Ой, в смысле. А где он?
Давай, давай, быстрее, мы сейчас сделаем пикник. Ах ты, собака, он тыкву нашел мою, писоса кусок. Чтоб ты подавился какашками, не знаю чем. Козлина, блин. Взял тыкву мою, нашел. Пырь. Чё ты его боишься-то? Какая нахер морковка, слышишь ты, блин? Так, давай пока он там, короче, ходит, попытаемся грабли утащить. Блин, но грабли тяжело будет утащить, правильно? Ну, пока он там граблями своими занимается, короче, да? Так, давай, 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 гусь. Хорош, хороший гусь. Так. Бегом, 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 бегом. Это здесь у нас были морковки. Морковка есть. Бля. Морковка вроде только осталась же, да? Да, устроить пикник, отлично. Так. Так, теперь нас ничто не будет отвлекать от граблей. От граблей. Он будет бегать туда за морковками. А мы будем грабли тащить. Собака, он это утащил. Блин, он утащил уже грабли, слышно? Так, подожди, а что нужно еще? Надеть шляпу грабли в озере. Ключи садовника. Как это сделать? Подожди, может быть, есть что-то тут? Хватить перемещение мыши, уменьшить. Бежать. А shift есть бежать. Схватить, гоготать, присесть, хлопнуть. Гоготать я могу. А, я могу просто на shift нажимать и бегать. А, классно. Так, а что там за вопрос, я не понимаю. Что там за вопрос? Иди, иди, сажай свою морковку. Убери. Так. Тихо, 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 тихо. Все идет. Идет за радио. Пока выполним другие задания. Да! Грабли, выкини их нахер. Так. Грабли, вон, грабли в озере. Есть. Сделано. Так, пикник сделали, грабли. А как теперь вот украсть ключи садовника и заставить садовника надеть свою шляпу? Да пошел ты нахер, лошара! Нет у тебя... Нет у тебя ключей больше! Что там у нас? Заставить садовника ударить себя молотком по пальцу? А, ну это он будет если с молотком, типа, делать, да? Его можно напугать, и он тебя ударит. Так, заставить садовника надеть свою шляпу. Погнали. Ой, слушай, а как ты так упал-то? А, ты грабли? Типа, ты грабли? А как ты до сюда добежал-то? Что за табличка там? А, он идет, короче, делать табличку, да? А как... А где его шляпа-то эта? Подожди. Шляпа от солнца. Где она у него есть-то? Па-пам-пам-пам-пам. Я здесь ничего не могу... Сканивать. Сейчас, подожди. Так. Встань. Он взял молоток. А, не, он что-то там притащил. Подожди, что он там притащил? За... Что там? Не... Еще что? Гуси тут как тут. Подожди, а как сделать так, чтобы он шляпу-то свою одел? Где у него эта шляпа, во-первых, я не вижу. Видишь шляпу тут? А вот здесь я не могу ткнуться. Так, подожди, лопату я не могу. Вот смотри, два вопроса. Что за два вопроса? Да блин, ну...
Так, на shift бегать это классно, так. Ну, а что ты не взял? Берем, берем стейк. Морковку выцегонили, так. А эту хрень я не могу взять, что ли? Не могу. Грабли нашел, падла, тварь. Так, а как, подожди, а как сделать, чтобы он шляпу свою одел от солнца? Морковки нет, ну а как ты хотел? О! Горит тыква, горит. О! Чай, подожди, а как сделать так, чтобы он... Так, я его опять намочил, да? Да пошел ты. Так, погнали. Молоток с коммуниздим. А нельзя молоток никак с коммуниздим? Я прыгать не могу. Я не могу. Так, ну туда, короче, я не знаю, как запрыгнуть. Я не знаю, что делать, короче, пока. Пока выносим, короче. Что здесь? Памятник самому крутому гусю? Так. А что здесь еще у нас есть-то? Может быть, что-то еще есть у нас? Может быть, что-то не заметил? А, вот смотри, он не идет за этой штукой. Но я так понимаю, я не могу выбраться пока не сделаю задание, да? Или можно на другую карту, типа, перемещаться. Так, ну сейчас. А как это сделать-то? Заставить сотрудника ударить себя молотком по пальцу, заставить сотрудника надеть свою шляпу от солнца. Я не вижу просто шляпу даже, видишь, от солнца. А, вот, смотри. А вот и молоток. Сейчас. Оп. Сейчас мы молоток его, короче. А он уже забивал, что ли, этот? Блин, он забивал этот, что ли, этот знак? А, во. Нам нужно просто подождать, короче, пока он возьмет и будет забивать и гакнуть в этот момент. Понял? Так, давай-ка подождем немножко. Сейчас. Пригнемся немножко. Так, ну он пока свои морковки там делает. Про шляпу, блин, вот как шляпу сделать, не знаю, реально. Про этот-то я, в принципе, догадался. Он сейчас возьмет значок, потом возьмет этот. А вот шляпу как сделать, я хрен. Так, молоток, да, молоточек. Молоточек здесь у нас, да. Иди. Бери молоточек и... Значит, нам нужно, чтобы он взял, забил вот эту штуку. Ну, вроде логично, да, если он будет забивать, то тебя по пальцам-то... Ага. А, блин, не то. Да ёптель. Нет! Да ё-моё! Ёптель! Опять не вовремя я сделал. Сейчас, короче, сделаю, смотрите. Ай-яй-яй! Да ёптель! Опять не вовремя! Сябака. Отстань, иди, бей себя по пальцам. Да ё-моё, опять не вовремя! Собака, что-то я не могу... Не могу вовремя нажать. О, он нам открыл. Заставить сотрудника ударить себя молоком по пальцу сделали. Молоток. Морковка. Так, а это что, куда мы попали? Что здесь у нас?
Город какой-то или что? Молочко какое-то, самолетик. Самолетик, самолетик. Мой самолетик. Пошел ты. Я сказал, пошел нах. Так, ладно, пойдем к садовнику. Как сделать шляпу-то, я не очень понимаю. Машины тут у нас уже, но это типа чисто город уже. Пойдем до садовника, домучаем. Так, надо, значит, нам что? Подожди. Значит, заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. А как это... Блин, что-то даже не понимаю, как это сделать. Так, это мы ничего здесь включить не можем. Так, но он за своей этой хренью бежит, да? А как найти-то хоть шляпу его солнышко? По голове ему, что ли, ну, награбли, чтоб он... застрял, блин. Блин, я хочу еще все нажимаю на этот ВСД, чтобы типа на движение. А тут чисто мышкой. Оп. А, его можно было, слушай, отвлекать-то эти. Оп. Нифига себе, я даже перевернул эту тему. Так, ну пока, короче, нет никаких идей по поводу шляпы. Ребят, на этом остановлю эту игру замечательно, очень хорошая, добрая игра. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, как сделать шляпу, чтобы задание, как заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Если есть какие-то... У меня уже вторые на той карте. Сломать метлу, запереть сопляка в телефонной будке, заставить сопляка надеть на нити очки, заставить кого-нибудь выкупить свои вещи, попасть на ГВ, сходить в магазин. Ну да, значит, ну с каждым новый кусочек карты, и там будет новое задание. Еще раз, всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока, с вами был Шмыга.